Чем вам запомнилась эта неделя? Самое последнее – это вот пресс-министра внутренних дел Нургалиева, из-за которого у нас сейчас вот перекрыт весь центр города. Ничего хорошего не было за неделю. Неприятности прямо. По телевизору смотришь и переживаешь, и плачешь. Авария вот этого самолета. И погибли молодые парни, которые начинали жить. И, в общем-то, такая молодежь, которая действительно... Которой только бы жить еще и жить. Да тут много негатива в новостях просто еще. А самое главное, вот эта вот страшная катастрофа. Все жалеем, все жалеем. Из новостей, ну, понравилось... Вот учение на Амуре, да, мне этот самолет понравился. Самое такое интересное. Встреча с хорошими людьми.